Коллектив Западно-Сибирского металлургического завода успешно выполняет решение 26-го съезда КПСС. 1 000 000 тонн чугуна в год выплавляет смена Николая Григорьевича Печенкина. 25 лет плавит он чугун. Каждый в бригаде Печенкина несет личную ответственность за качество металла. А это требует от членов бригады и современных знаний, и высокой организации труда, и поиска нового. Бригада Печенкина – самая молодая бригада металлургов на Запсибе. И молодежи очень помогают советы опытного наставника. Мастерством овладел Николай Григорьевич на Кузнецком металлургическом. Там был награжден орденом Трудового Красного Знамени. На его глазах шло становление и Западно-Сибирского завода. Родина высоко оценила личный вклад Горнового, вручив ему орден Ленина. Смена Николая Григорьевича Печенкина взяла уверенный старт с первых дней 11-й пятилетки.